Привет, друзья, с вами Кик. Сегодня в хронологичном порядке посмотрим на некоторые события и поймем, постараемся понять, что к чему и идет касательно GPM коина и XRP, компании Ripple. Самый лучший способ что-то понять, когда не ясно ничего, это просто пойти обратно назад во времени и посмотреть до этого, что было, чтобы найти цепочки, что с чем связывается. Да. Новость, что GPM Coin от банка JP Morgan для внутренних переводов. Просто это фиксируем. Идем обратно во времени в апрель 2017 года. 27 апреля. JP Morgan выходит из R3 Consortium. До этого, годом ранее, из R3 вышли Goldman Sachs, другой огромный банк, Банк Santander, Morgan Stanley. В 2016 году они вышли из R3. JP Morgan выходит из R3 в 2017 году, в апреле. 3 месяца спустя 16 руководителей JP Morgan входят в офис Ripple. Непростые работники, ни один, ни два, а сразу 16. И руководители. Что они там должны обсуждать? Не как готовить торт? Они вышли из R3. Через 3 месяца они в офисе Ripple. Тут еще один очень интересный факт. Тем же днем, в этот же день, вечером, выходит новость. Ripple 55 миллиардов XRP отправляет в escrow аккаунт. Блокирует в escrow аккаунте. Что получается? Совпадение. Есть такой мем, да? Совпадение, не думаю. Несколько времени спустя Брэд Гарлингхаус дает интервью, CEO of Ripple, дает интервью, что самое главное для продвижения инфраструктуры Ripple и использования XRP, это чтобы правительства имели свою крипто-версию своих денег. GPM Coin – это, по сути, стейблкоин на доллар. У нас есть MUFG от Mitsubishi Bank, CN, стейблкоин CN. Я не знаю, что JP Morgan решили с Ripple, но, то есть, как я понимаю, это делается для того, чтобы в внутренней инфраструктуре каждого банка, каждое правительство будет иметь свою криптоверсию своих денег, и чтобы с легкостью работать с Ripple в этой структуре. Ему, возможно, и, наверное, они это решали в офисе Ripple. То, что эти банки не вернутся к R3, несмотря даже на то, что там уже есть Core Network, они не вернутся туда. Да, есть еще информация, о которой я говорил, что JP Morgan с помощью блокчейна Quorum, который базируется на эфириуме, все токенизация, помните, что они начнут токенизацию золота? То есть тут эфириум и, как ни крути, только XRP Ripple. То есть нету другого для международных переводов и для резерваций. Также в Telegram опубликую. Экс-президент Swift, ее слова были вот так. Мы хотим видеть XRP новой резервной валютой. Вот так. Просто интересно было. Ну, пиши для размышлений. Увидимся.